На галоўнай плошчы горада шматлюдна, ярка і шумна. Жыткавічам 515 гадоў. Адлік вядзецца ад першага ўзгадвання ў летапісах. Па мерках гісторыі ўзрост зусім юны, аднак дастатковы для фарміравання самабытнай культуры, фальклору і традыцый Палесся. Яго жыхарам у гэты святочны дзень не сорамна і за працоўныя будні. У цяжкі засушлівы год сельчане дасягнулі нядрэнных вынікаў. Ураджай больш як 40 тысяч тонн збожжа. Завершана сяўба а зімах, расце рэалізацыя малака. Людзі работалі практычна на износ. Но есть результат. Сегодня не зря, что мы чествуем здесь механизаторов наших, руководителей, специалистов. И есть за что просто сказать людям спасибо. Регион живет нормальной жизнью. Больших проблем в регионе нет. Это самое главное. На сцене выступали коллективы мастацкой самодеятельности. Рамесники представили свою творчесть у галереи под открытым небом. Многие из их работ – сапраўдныя творы мастацтва. И с пустыми руками проехали на святые жыхары вёсак. Столы ломились от продукции под лепшим для гандлю брендом. Усё натуральное – свое. Дарэчы, уклад у свята унесли все разом. Квітнее и город именинник. Конечно, город изменился очень хорошо, потому что у нас много новостроек. Сам город преобразился, площадь наша преобразилась. Новая библиотека. У нас появилась гостиница новая. Это все, конечно, отразилось на нашем городе. Праздник очень хороший. В этом году постарались на славу. Для детей много развлечений и для взрослых. Поэтому все очень хорошо. Але галоўнай часткай районных дажынак стал безумоўна конкурс подворков. На кожное из них завабливали водором юшки, якая варилася на костры, и множеством інших страв. Сустракали ж у лепших традициях белорусских вёсак голосистыми пропевками под гармонік. Про то, что свято атрымалася, казали не только житкаўчане, але и гости сдалек. Сярод тех, кто наведал день города, была делегация с Фатежского района Курской области, побратима Житковицкого района. Побратимские связи у нас установлены очень давно. И, по сути дела, мы сюда уже приезжаем как свои люди. Все нам здесь знакомо, все привычно. Имени района побратима я хочу поздравить всех житковчан с днем рождения города, пожелать счастья им, ихним семьям, родным, близким, знакомым, пожелать дальнейшего процветания вашему городу. Руслан Проляскоўскі, Алеся Рудзянкова, Александр Александронец, телерадиокомпания «Гомель» Житковицкого района.